В Иванове продолжается сбор средств на помощь в реабилитации двух пострадавших в аварии, которая произошла 26 июня в районе Синей Осоки. Трехлетняя Ксюша Бирлова после комы продолжает находиться в вегетативном состоянии. Мама девочки проходит лечение в палате общей терапии областной больницы. Изменения состояния здоровья обеих пациенток пока оцениваются как незначительные. Сейчас силами друзей и близких осуществляется сбор средств на лечение Бирловых в реабилитационном центре Москвы. Дорогие друзья, будьте неравнодушны, милосердны и отзывчивы. Завтра, 23 августа, в пятницу, приходите в 18:00 на арт-объект «Чердак», где группа «Сканворд» и -30 будут проводить благотворительный концерт в помощь нашему другу Александру Бирлову. Мы надеемся, что вас придет очень много, и мы надеемся, что мы сможем помочь нашему близкому человеку. Спасибо.